Достоевский писал, в женщине должен быть изгиб. Что такое изгиб? У Грушеньки, у Настасьи Филипповны там, и так далее. Все череды женщин Достоевского. Это какая-то такая непонятность, бросает деньги в камин. Ну, нормально. Ну, Рогожин стоит и в восторге. Ну, просто вот. Кто бы так еще мог? Такая какая-то недосказанность, непонятность, ну, которую хочется разгадывать. Грушенька, Настасья Филипповна, она загадки им задает, которые им интересно разгадывать. И вот надо тоже в этом смысле для женщины понимать, что если ты хочешь интриговать своего мужчину, интригуй так, чтобы ему хотелось это гадать.